Смотрите, мы открыли какую палитру цветов для волос. Коричневость. Не было слишком коричнево. Подожди. Что это ты нарисовала? А вы хотите увидеть Марьям? Всем привет! Вы на канале Марьям. И сегодня у нас будет челлендж. И какой же челлендж у нас сегодня? Так, какая-то косметика у Марьям непонятная. Что ты там придумала? У нас будет челлендж Wednesday против и нет. Ого! Марьям сегодня разрисует лицо. Половина лица у нее будет Wednesday, половина лица будет и нет. Кто вам больше нравится, ребята? Wednesday или и нет? Мы начинаем. Даже будем делать не только мейкап, но и причесочки. Для Инет мы сегодня купили вот такие радужные мелки. Да, посмотрите, какие они радужные, яркие. И Марьям сейчас будет себе делать образ Инет именно вот такой радужный. Но волосы у меня же не черные для Wednesday. Мы просто сделаем туда косички. Тогда ты можешь делать косичку и много-много черных косичек на нее. Хорошо, да, придумала. Подумаем. Марьям приступила. У нее сейчас будет на одной половинке косичка Wednesday, а на другой радужные волосики. Видите, мы открыли какую палитру цветов для волос. Это все мелкие. Я, кстати, не знаю. Я не уверена, что это перчатки. Я не знаю, что мне это. Кажется, это, наверное, перчатки. Не маска же для лица. Смотрите, какие красивые. Сейчас Марьям будет красить. А какой ты будешь выбирать? Или все цвета? Я все. Отлично. Это оказались перчатки. Смотрите. Хочешь, я тебе покрашу? Не надо. Марьям закончила плести свою косу. Так. Я ей предлагаю, чтобы она много резинок сделала на волосы, но она что-то не хочет. Не хочешь? Или еще попробуем? Нет, не пробуем. Марьям сейчас делать будет границу между правым и левым лицом. Вот так. Ух ты. И губы даже. Я начну с Wednesday. Начинай. Так. Лепить себя Wednesday. Сначала я просто... Марьям любит краситься. А вы любите краситься, ребята? Напишите в комментарии. Dance. With my hands. Щекотно. Щекотно? А так, у Wednesday же бледная. Кожа бледная, да. Поэтому я вот так ее забледняю. Как? Классно. А спонжик ты взяла? Да, есть. У меня все есть. Я растушевала. Да, половина лица у тебя, конечно, бледненькая. Видно. Да, видно. Отличается. Брови, типа, у нее белые такие немного. Румяна у нее коричневые. Сейчас я... Мы вырисовываем скулы. Ого, какие скулы у тебя. Чуть-чуть пудры, чтобы у меня вот эта вся такая коричневость не была слишком коричнева. Так. Посмотрите на Wednesday. Слушай, ну ты правда похожа на Wednesday прям. Ну-ка посмотри сейчас на меня. Ух ты, сейчас еще губы, вообще будет шикарно. У Марьям остались еще губы, и она будет вылитая Wednesday. О, Wednesday. Слушай, как красиво ты себя накрасила. Точно, я прям Wednesday. Марьям, посмотрите на меня. Wednesday, посмотрите на меня. Подожди. Что это ты нарисовала? Посмотрите, какую красоту Марьям нарисовала. Ну, прям Wednesday. Открывай. Опа. А это Марьям, а там Wednesday. Я приступаю. Второй стороне и нет. Ого. Сейчас все будет яркое и красочное. Почему-то я хочу начать с губ. Ага, с губ? Да.
Ну, давай. Она вся яркая должна быть, да? Угу. Радужная, красивая. Губы мои накрашены. Угу. О, вот. Смотрите, какое у меня будет румяна. Угу. Марьям сейчас красит себе тени радужные. Ты какая-то вся малиновая прям. А можешь сделать несколько цветов глаза? Это же радужное. Что ты делаешь, стрелочки? Да. Ну как? Красиво. Ты умеешь? Ну да. А кто тебя научил? Сестра. Сестра, не я. А что у тебя нос черный? От Wednesday остался. Сейчас уберу. А с одной стороны такая, смотри, такая темная, а с другой такая нежная, яркая я девочка. Не... О, какие яркие блески. Ну-ка, класс. Вы хотите меня увидеть? Если да, тогда подписывайтесь на канал. Раз, два, три. Ух ты. Сейчас мы приступим к самому интересному, к моим волосам. Радужные волосы сейчас будут у Марьям. Да. Мне больше, я даже не знаю, какая сторона нравится. Я перчатки одеваю. Марьям, ты что, в мединститут поступаешь? Нет. А зачем тебе перчатки? Чтоб волосы не испачкались. Волосы или руки? Ой, руки. Я думала, чтоб волосы, говорит, не испачкались. Так, мы приступаем к нашим красивым. Они немного большие. Нормально. Потом. Так, мне резиночка нужна. Давай, беги за резиночкой. Резинка, знаешь, для чего? Для чего? Я возьму одну прядку, а другие за резинку. А, понятно. То есть будешь одну прядку рисовать, потом другую и так далее, да? Да. Смотрите, как уже красятся волосы у Марьям. Как будто она краской. Что? Не так поломался. Ну, ничего. Они хрупкие, поэтому ломаются. Посмотрите, какие у Марьям яркие перчатки. Ладно. И какие яркие волосы, Марьям. Класс. Ну, красиво. Красиво очень. Мы теперь выбираем, какой Марьям? И голубой. Голубой? Ну, давай. Бери голубой. Марьям очень понравились волосы, как она себе накрасила. А вы хотите увидеть Марьям? Да? Ставьте лайки. Марьям так старалась для вас. Раз, два, три. Марьям, выходи. И... Опа! Посмотрите. Теперь здесь она Wednesday. А здесь она... Смотрите, какая радужная. Смотрите, какие у нее волосы яркие, красивые. А макияж покажи, Марьям. Посмотрите, как красиво. Смотрите, все переливаются. И губки розовые. Марьям, и кто тебе больше понравился в твоем образе? Я думаю, Wednesday. Wednesday? Wednesday. Ну, привет, Wednesday. Если вам понравилось мое видео, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, пока-пока.